Пельмени с индейкой, бараниной и говядиной, колбаски гриль с сыром, шашлыки, колбасы, вареники с творогом и вишневым джемом. Нет, это не стол героев известного произведения Франсуа Рабле, а всего лишь дегустационный стенд от «Надежды 95». Известный приморский производитель мясных полуфабрикатов порадовал горожан самыми вкусными угощениями. За качеством продукции следит, да, действительно большой штат. То есть это он состоит из технологов, инженеров по качеству, различных мастеров и так далее. То есть продукция доброкачественная, сдается постоянно на контроль. На всех этапах производства. 18 наименований продукции от «Надежды 95» были признаны лучшими товарами этого года. Практически все они на дегустационном столе. У нас докторская колбаса, свиная колбаса и ветчина михайловская. Люди очень часто пробуют продукцию, в основном пробуют ветчину михайловскую, потому что она вкусная, там крупно нарезанная свинина. Вот, и людям очень нравится. У нас сегодня шашлык из свинины в брусничном маринаде, шейка свиная в испанском маринаде и также голени куриные в маринаде Мексика. Готовка продукции занимает около 20-40 минут. То есть это в зависимости от толщины мяса и его волокнистости. Горожане ограничивать себя не стали. Порой у стенда скапливались очереди, но в любом случае угоститься удалось каждому. И не единожды. Хорошую колбаску, вот михайловскую попробовал, вполне так и мясная структура чувствуется. Хотелось бы больше акцент на натуральность, да, потому что сейчас много всяких там добавок разных. Чем попроще, понатуральнее, тем лучше. Нам больше всех понравился шашлык в испанском соусе маринаде. И у них же этим были колбаски с зеленью. Понравился очень шашлык, понравились колбаски с сыром в «Надежде». Ну, продукция очень хорошего качества. В этой сое я ничего не почувствовала даже вообще. Она очень вкусная, я всем рекомендую, даже детям. В этом году «Надежда 95» расширила линейку полуфабрикатов. Теперь компания выпускает вареники с творогом и с банановым джемом, джемом из смородины, из груши и яблок и другие. В таком же ассортименте выпускаются блинчики. У нас все идет, и колбаса, и полуфабрикаты, пельмени новые, сейчас новинка. Мы не стоим на месте, продвигаемся вперед. Также и колбаса у нас очень большой ассортимент, мы добавляем. Постоянно новинок много. Напомним, «Надежда 95» работает на рынке более 20 лет. Из небольшой компании по выпуску полукопченых колбас ей удалось вырасти в крупное предприятие по переработке и производству мясной продукции. Специалисты высокого уровня с помощью современного немецкого оборудования могут экспериментировать с ассортиментом, выпускать новые виды товаров и всегда радовать своих покупателей. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, новости на восьмом.